удовольствием приветствую в нашей студии долгожданного. Действительно ждали, ждали с нетерпением, мы ждали долго. Дмитрий Нагиев вместе с нами, известный герой телесериала «Осторожно, модем». Я думаю, что представление, в общем, не нуждающееся. Не только телезвезда, но теперь уже и кино. И театральная звезда. Все правильно? И еще секс-символ, по-моему, самый популярный человек. С этого надо начинать. Здравствуйте, дамы и господа. Спасибо за оказанную честь, за то, что вы меня пригласили и брали. Из всех титулов вы же перечислили, по-моему, все-таки титул секс-символ, да? Лишь бы он вам, Илона, больше всего объявил. Мне импонирует. Спасибо, спасибо. После эфира я буду себя в вагончике. Спасибо за приглашение. Ну куда нам, знаете, да. Вы перестаньте, перестаньте. Пароходы и человека нам таким маленьким надувным шлюпком. Вы знаете, как-то к Сальвадору Дали пришел молодой художник и сказал: Сальвадор Венедиктович, я хочу быть великим художником, я готов есть дерьмо и одеваться в обноски. На что Сальвадор Дали ему сказал: ты никогда не станешь великим. Почему? Спросил молодой художник. Потому что ты готов есть дерьмо и носить обноски. Поэтому зачем вы про себя говорите нам таким маленьким? Чтобы сыграть могильщика, надо замахиваться на Гамлета, да. В курсе, это ваша фраза или не ваша? Она стала уже крылатой, да? Может быть, я ее где-то спер, но сейчас мне уже начинает казаться, что это мое. Да.